Дорогие друзья, мы приветствуем вас вновь на нашем интернет-канале Marbella.ru TV. И сегодня в операции «Бикини», организованной совместно с клиникой физиотерапии электрического фитнеса «Бодион», присутствует замечательный специалист. Это врач-терапевт Вадим Мещеряков, с которым мы очень рады познакомиться и вас познакомить, и пообщаться на тему его профессиональной направленности в этом проекте. Вадим, добрый день. Добрый день. Я бы хотела вам задать самый главный, пожалуй, вопрос. Насколько эффективна, наверное, данная методика с вашей точки зрения, и какие противопоказания основные существуют для того, чтобы человек знал, если он захочет включиться в этот процесс, что ему стоит, на что ему стоит обратить внимание в первую очередь? Эта методика достаточно эффективна, она используется уже более 20 лет для больных с различными поражениями опорно-двигательного аппарата. Особенно жесткие требования к этой методике в Соединенных Штатах. Все аппараты должны быть апробированы ФДА. Более того, эта методика показала, что она способствует наращиванию мышц, восстановлению тонуса мышц, сниманию контрактур после различных поражений, травм, длительных операций и постоперационного периода длительного. Более того, эта методика позволяет восстановить сосудистый рисунок в тканях, то есть таким образом кровоснабжение тканей. Относительно недавно, где-то около 10 лет назад, эту методику начали интенсивно использовать в плане профессионального спорта, то есть тренировать профессиональных спортсменов с помощью электромиостимуляции мышц, не только наращивая мышечную массу, но и стимулируя, скажем так, ответ мышцы на электрическое раздражение, идущее от мозга, хотя в данном случае это идет от аппарата непосредственно. Противопоказания для этой методики, как, собственно, для многих других такого плана, как любой физической активности, является повышенное кровяное давление, различные типы повреждений позвоночника, связанные, например, с корешковым синдромом или с пролапсами дисков позвоночных. И также надо быть очень внимательным, если кто-то из вас принимает статины, то есть препараты для понижения холестерина. Дело в том, что статины вызывают повреждения скелетных мышц, и если вдруг на фоне этой методики у вас начинаются мышечно-суставные боли, надо или быстро прекратить это, а скорее всего и то, и другое, и прием статинов, и на какой-то момент прерваться в плане упражнений. В целом же методика очень оправдана, и она помогает очень здорово и быстро тонировать мышцы. Замечательно. Большое спасибо за такой профессиональный экскурс. Как считаете, нашим девчонкам, целью которых стоит подготовка к летнему сезону, смогут ли они справиться с этой огромной нагрузкой, которая наложится на их хрупкие плечи, и протренировать и мышцы, и снизить, может быть, жировую ткань, процентное содержание, и укрепить свой мышечный каркас, и при этом создать красивый контур, красивый рельеф тела? Я думаю, насчет жировой ткани им нужна аэробная гимнастика, хотя это тоже является аэробной гимнастикой, но в плане тонирования мышц, глютеальных, бедренных, мышц спины, это великолепная методика. Я думаю, реально они тонируют мышцы, особенно для девушек, после родов, после уже в определенном возрасте, после 30 лет и так далее. Я бы сказал, эта методика очень даже показана для тренировки, скажем, каркаса всего туловища. Замечательно. Ну, девчонки, собственно, и подтвердили наше с вами предположение на тему того, что они действительно добиваются уже каких-то определенных промежуточных результатов. Но еще один вопрос. Я, насколько понимаю, если данная методика у нас является реабилитационной в том числе, то она показана для людей очень взрослого возраста. Как вы считаете, насколько оправдана данная практика при применении ее у людей, ну, в возрасте 60+? Она вполне оправдана. Единственное, что надо проверять и спрашивать этих людей, которым 60 и больше, нет ли у них каких-либо аппаратов в плане электростимуляции сердца. Естественно, это является абсолютным противопоказанием для использования этой методики. Различные пейсмейкеры, дефибрилляторы имплантированные и тому подобное. И более не рекомендована такая методика также людям, у которых есть так называемые абляционные шунты в голове, которые сделаются из металла для облитерации, грубо говоря, ангиом и тому подобного. А в принципе, человек, который находится в возрасте 60 лет, который двигается мало, для него это является методикой восстановления мышечного скелета, мышечного каркаса, и таким образом поднимает его в тонус. Я считаю, что она очень оправдана. Отлично. Ну, я думаю, что мы дадим нашим всем желающим зрителям увидеть эту возможность на себе и посмотреть, действительно ли в возрасте 60+ можно будет двигаться так, как в возрасте 50+, с учетом данной методики. Что ж, ну, а мы благодарим нашего замечательного врача и отпускаем его дальше заниматься своими профессиональными делами, наблюдениями за нашими участницами. А мы с вами увидимся вновь на нашем интернет-канале Marbella.ru TV в рамках проекта «Операция Бикини». Оставайтесь с нами.